Вот это значит, за место рана копыта осталось. Надо сходить посмотреть, короче, что там осталось. Что тебе прикидывать, Рава? Я подожди, когда прям. Получается. Почему, короче? Так. Один. Развар, а ты себе пояс профа будешь брать? Нет, зачем у меня? Ты Я будешь с этого, с фальшира же забрал пояс. У тебя сейчас 64 стоит. Или ты ну, его не у меня светом банки, короче, лежит. Не надо, чтобы его одеть. Мне надо, по сути, голову поменять. Я голову поменяю, сразу пояс надену и перчи сразу. Я не хочу это пояс сейчас надевать, потому что у меня голды мало, и туда-сюда камни менять, это, блядь, голды. Типа тебе нужна Т5 голова? Да, Т5 голова, и я сразу три шмотки меняю. Голова, короче, которая не падает. Даже новенький его разобрал, я и то до сих пор забрать не могу. Так. Одного демона свет, одного тьму, да? Дальше. Еще пару процентов буду тоже сидеть. Бля, у меня нету. Если еще и вагу поменять, то, блядь, у меня даже монорега нету, блядь, на рейд вообще. Ни свет, ни тьма будет вообще без монорега. Что поделать? Сову туда ебани, почему? Целый там толку-то особо нет. Зато не работает. Так, ладно. Пошла такая пьянка. Может и слово в мишку лучше. Просто у нас... А ты чё, не школьник? По мили-зоне у нас просто получается 5-4 человека. Причем 2 из них трэш не держат, только 2 человека могут трэш держать на себе. Да третий танк вообще нормально будет. Лёх, я могу зайти, но только времени полтора часа.
толку от тебя? Не знаю, просто милик. Пробуем, да. Раз. По-другому немножко. Что угодно. Кислая спекость. Хочешь кислую, чтобы тебя потащило? Такси, я вернулся. Сумон есть? Да, ты в танке. Будешь. Шкаф поставьте, пожалуйста. Кислый, ты читал то, что я тебе в личку в Дискорде писал? Ты какой читал? Говорю, тут подошел. Слушай, я тебе давно еще об этом писал. Не читал. Повторяй, сейчас смотрю. Через альт копирни и все. Блять, один паладин в рейде. Давай еще. В раз. Ну, давай, давай, повтор. Личку в Дискорде просто открой. В Дискорде я не смотрю. Все, открыл, смотрю. Давай попробуем. Так. Че, тяжело кидать? Да, можешь кинуть. Блин, что-то не могу. Кислому передал. Подождите, дайте мне 30 секунд. Но у тебя что-то не получается на эту строчку передать. Да саманивайте тех, кого не стя. Фарады с пяточки или не кого-нибудь. Пикните. Там петух какой-то стоит. Заслоняет. Рыбу поставил, кто лишнее место увидит. Котенок. Тут котенок. Че, кто в свету, кто в тьме? Первая пати тьма. Ладно, про осколки или предыдущие? Про осколки. Ладно, потом разберемся. Не случится. Так, я тьму, да? А ты тьму. А свет у нас танкует. ДК. Войд? Угу. Девку суманул. Девка, ты тут? Котенок в рейде. Ну, что-то не это самое. В кашу бафы. Z.
Такс, дальше. Что дальше? Нормально? Усилки посмотрите. Полина, каски раздаю я, и я раздам перед пулом. Так, товарищи рейдеры. Войд, ты тут? Да. А, значит, также оттягиваю его на 5 метров. Ну, по твоей тактике, помнишь? Ты рассказывал, все объяснял. То есть его чуть-чуть подтягиваю, я зайду со стороны тебя. Рейд заходит. А вот теперь важно, товарищи рейдеры. Вы встаете в звезду, вот эта вот метка, и нажимаете портал. Вы будете под боссом. А ты дай мне ассист, поставлю меточку. Прошлый не надо, раз. Вот метка стоит, они должны встать в метку, в желтую метку и нажать на портал. Я вижу. Ты зайдешь. Я знаю, откуда зайти. Я зайду со стороны знаешь, тебя. Они-то не знают. Они должны заходить с этой метки, со звезды. Ну так со звезды-то можно по-разному зайти, правильно? Нет, именно звезда. А я рейд лидер. Дай ассиста, короче. В прошлый раз, когда я стоял прямо под боссом, меня сначала ударил хвостом, а потом еще и дыханием с него. Пока я стоял в стане от хвоста. Вот это лишняя метка для рейда, это метка вот для меня. Да, но все для тебя, смотри к чему я. Вот я, допустим, начинаю в кружке, да, подтянул немножко вперед. Ты зашел в тьму, он у тебя не шевелится, повернул его в ромбик лицом. Люди зайдут с кружка, и все нормально будет. Я имею в виду не то, что это понятно, что звезде портал и с направления кружка, то есть чтобы они зашли в бок сразу появились. Чего вы мозг ебете? Я ромб вижу, где его поставить? Там зайти, опыт делаем. Не, это лишние метки. Не, это метки для меня, я их знаю. Не, если рейд в курсе, как ты встаешь, как бы это. Нет, рейд в курсе. Что, как ему встать? Они вот зашли в рейд встать, чтобы башка слева, хвост справа, все. Остальное мое. Так, рыба была, рыбу пожрал. Бафы есть. По хилам, пожалуйста. Так, крик на АП будет. Тотемы. Лёш, ты сказал, что только что первая группа упражнения, а остальные что? Остальные что? Пиани, стоп. Нахрена нам третий танк? Ты свету трэш? Ты видишь миликов вообще? А, все, молчу, понял. Этот. Короче, по хилам. По хилам. Полина. Дима Элбрил. Вы в этом. В тьме. Три хила хилить. Дальше. Джонни Тотем, Кирс, Матиола, вы хилите свет. Матиола остается вместе с Кирсом. Рестор Шаман, Джонни, заходишь туда, потом выходишь и помогаешь свет. Кто находится во тьме, пьем сопрот. И тьма находится первая группа, плюс дополнительно находится во тьме. Кто на? На япончик. То есть 5 человек, Делорус, Сантей, Нейлиц, япончик, Казон, вы находитесь во тьме. Первую группу, то есть, я вот так прикинул. Да. Гена, Женуэн, Парада, Локи, плюс 2 ханта, вы в свету, плюс милики. В принципе, все. Сопроты тех, кто во тьме, пьем сопроты. Хилы на вас не обращали. Тех, кто в свету, пьем фласки. Напоминаю.
от метеора не убежать, это пиздец. Или метку не вынести, плоди спойлер. Мы куда-то пойдем после этого, после Халик? Возможно, да. Этот, по диспелам, диспелы, тьма Элбрил, свет, лучше Кирс. Кирс, если что, будет то на ласт фазе. Плюс, если что, каждый, кто сам себя может, сами делать. То есть, если вы этот выбирает там условно Фарада, и диспелить его не надо. Еще раз проверку, да? Пончик, Долорус. А, ну если ты в Африке, да, ты можешь. На ДД. Если вы в Африке, то можете пить фласку. Сам отхил хорош. Все, все здесь и выйдем. Узреть начало эры разрушения. Дух стаи уберите. Тотемы не ставить. Тотемы после пула. Не смотрите за агро. Тотемы ничего не делают, там на МП5 стоит тотем. У нас рублей, так что смотрите за агро. Алло, всем привет. Здорово. Узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Кирс. Все, отбежали, посмотрели, куда пошел огонь, стали где-то медливее. Но большой вред делает. Он не, блядь, притягивает. На пул дайте. Чего-то это однозначно. 250. Зиму поднимешь. Убежали. Элбрил выбежал. Зуба. Нет, у нас ДЦ. Заходи. Это пиздец. Красиво. Кто снял? Кто там срывается? Ложимся. Что-то не катит твоя тактика. Кто сорвал хотя бы? Да там не стоял. Он стоял на месте, как кто-то зашел, блядь, он сразу ушел. Блять, там агро, срыв агро. Либо дамагеры не ебаться в рот решили, блядь, подамажить, либо я хуй знаю. Я зашел, он отошел прям, ну, буквально на метр. Ходите. Я его сразу поставил на место и сказал, заходим. Как только люди зашли, он ушел вообще в сторону. Ок. Ну, там случайно нажал тут. Нет, там, да, он сбоку стоит. Я его пытался выровнять, но дыханием задел. 4 человека, не сбоку. Ладно, давай тоже. А чего 4 человека сдал?
Я дыхание, на дыхание не успел развернуть обратно, пока ставил, пока ставил на точку. Не тяните своей смерти. Если, блядь, вы отмели атаки босса сдохли, значит вы сорвали. Да там дыхание ему несло. Ну, блядь, он, не всех... Он сам по себе подвинулся, кисло его пока обратно ставил, он дыхнул прямо в рейд. Я зашел, как обычно, пару ударов, обратно его на метку поставил, третий удар. Кричу, заходите, вы заходите, и он сразу же ушел в сторону. На второе. Не назад, а просто, блядь, влево. Пока я его вправо тянул, он начал дышать. Я его обратно дыхание ему разворачиваю, и вот под дыхание пошло, видать, краем задело, там, сколько, человек 4 или сколько-то. Второй раз почему он в рейд сорвал? А второй раз, как бы, команда падаем, все. Не, второй раз не было еще команды падаем. Была команда падаем, когда лезвие ебануло. А, ну под лезвие там уже, не знаю, лезвие не вышло. Нет, второй раз попался в рейд. ВВРФ? Да. А там есть место? Нету. Так я сдох, блядь, уже после того, как танк умер. Так есть место или нету? У нас сейчас идет пул. А, извините. Три на пула есть. Пирс. Я ревогуюсь. Все готовы, писаю, если готов, да, это и выйдем. Кулак. А, окей. Все, тогда все. Поехали. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Еще прикол? Начало эры разрушения. Рыба стоит. Ешь. Рыбу поставил. Да, зачем ты вторую ставишь? Да я бегу свою за это. Тоже 250. Правее останься. Вара подниму. Скажешь, когда будешь заходить. Если посмеете. Заходи. Кучнее стоим, коник. Верчу. Назад немного отойдите.
Андрада. Лезвие, отойдите. Ты. Пятьдесят 3%. Стопните ДПС. Стоп, блядь, ДПС, вообще никто не бьет, казон. 51. Сначала нужно выбрать цель. Все, можем бить. У меня нет цели. Пианист, дай каску, пожалуйста, вару. Сначала. Готов, выходим. Силы на нашу сторону перебежали. Быстрее, Неликс выбежал. Стали кучнее все в мире. Брэдвар выбежал. 30%. Осторожно. Сзади босса, наверное, прибежишь. Да, сзади босса перебивай. Свет, стоп, побос. Роман, станешь похожим. Центаж, смотрите. Эдвара, чё никто не сдиспелил, блядь? Свет бейте. Рады залагал. Свет бейте, срочно. Свет на макс. Упали, упали. Эдвар, блядь, ты сказать не можешь, что тебя никто не сдиспелил вообще? Где диспел, блядь, по Эдвару? Может, Джонни Тотема ты назначал, а он просто упал? Я Кирса назначал. Кирс, где, блядь, диспел? Да, ложись. Свет 100. Тьма дамажа. Кислый, уже падайте. Все падаем, сказали. Все сдохли уже, святой. Падайте, выходите все. В смысле не достал? Он выбежал, блядь, сразу же практически. В тот момент, когда мы перебегали, ты мог его диспельнуть 1000 раз, блядь. По войду я дал деф, блядь, на перебежку. У него дефы свои есть. Ну если хил упал, я хуй знает, проще сове подиспелить. Или магу. Если так будешь перебегать, блядь, это однозначно ГПшка. Сложно перебежать от метеорита или что? Долорус, дай Дживс. Откуда автоатака достает, оттуда и вихрь достает. Это визуальный баг. Метеорит. Перебежать. Пиздец. Так, Матиола получается, Джонни Тотем, блядь, Вар, 3 человека. Даю проверку. Все готовы. Выйдите. Да. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Блин, ДБМ, блядь, не стоит. Или вы не видите вообще ничего, что происходит. То вы не можете от метеорита перебежать.
Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Смотри, я стою почти вплотную к боссу. Не достает. Не хватало, чтобы еще на те метеорки перебежали. Лужи с правой стороны, аккуратно. Бежали, ничего. Левее становимся, Дима выбежал. База. Теперь чё? Отойти никак вообще, блядь. Ладно. Я на ванси. Матеола, Салориала поднимаешь, прохильте рейд. Дима поднимаешь Элбрила, раздавака, встаешь сам. Рада. Прохильте. Плюс три хила здесь. Должны прохилим. А нет, два. Скажу, когда зайти. Элбрил, уйди. Ману пока регеньте. Скажу. Пятьдесят три. Стопаем. Заходить Дима и Элби. Дима сразу. Лёх, каску по магам дай. С удовольствием. 51. Поехали их по боссу. Я не могу атаковать эту цель. Теорит под боссом, хули делает. Монстров. Забирай, невест. Монстров. Раздавака, чё не встал? Полтос. Кто там на той стороне стоит? Сюда, на эту сторону перебегите, чтобы все на одной были. Большого быстрее, слейте. Прибежали на ту сторону. Гена, поднимаю Редвара.
Я еще выбежу. Тьма, стоп! Тьма, стоп! Давим. Сорок. Это лужи, немного правее. Я вылетел. Ага. Поднимите там, отдайте БРУ, кого остались. Эти, по тем, кто подох. Раздавай Киевару. Пришел, пожалуйста, быстрее. Я готовьтесь хилить Радвар. Еру во тьме все эту дайте, чтобы быстрее было. Да, Игин. На ману во тьме. Тьма 70. Надо. Ой, свету, ноль свету, блядь. Процент я смотрю. Миликов не осталось, я следующий. Пиздец, ты нахуй. В смысле? Вы, блядь, про ноль нихуя не можете там. Полфос. Там мелкие убили. Опять всех убили все-то? Да, всех просто захуярили, вайп. Ложимся, там сначала Red War от мертвых упал, после этого гречка упала, под следующий уже был. Не, я не знаю, как раньше было, честно. Но не. Как могли мелкие захуярить, если нас три танка? Пианист. Вопрос тебе. Вылетел. Я вылетел. А, ну тогда хули. Блин. Там все сразу их складывать стало. Red War, а потом пианиста сложило, ФКщего, потом гречу, и все, и пошло по РДДшникам. Ну, бывает. Меня просто сверх моргнул и комп вырубился на секунду. А чё, ты не хочешь, чтобы кислый постанчил вот этих мелких вместо тебя, а ты тьму потанчил? Чё, ты хочешь свет? Ну, начнём с того, что кислого на них игро будет меньше, чем у меня. У меня стаки набираются вне зависимости от того, бьет меня, что... Я сразу даю разрядку. У кислого чё-то опять нет? Минутку био. Да тут по ДПСу бы, может, даже не успели. Да хуя подохло людей. Причем подохло, блядь. Нахуя вы лезете под босса? Те же самые хилы, блядь, милики. Вы не можете, блядь, на первых лезвиях отойти подальше? Нахуя вы под боссом делаете? Даже я, блядь, метку выносил под лезвие. Я нормально, блядь, выжил. Я не знаю, как вы умудряетесь сдохнуть, блядь, на первом лезвии. Или вы стоите вплотную к боссу, блядь, или других вариантов нету. Вы не можете, блядь, вот РДД я вообще не понимаю, как могут на первом лезвии сдохнуть. Вы стоите на, ну, на хорошем рендже от босса, блядь, там такой сектор появляется, что, блядь, там нереально сдохнуть. Если вы, конечно, не докастовываете. Главное первое лезвие стать всем рейдом, а дальше будет понятно, где лезвия появляются. И почему большой этот, большой моб так долго сливается? Вроде РДД больше, а моб все равно сливается долго.
Раньше в 3 РДД сносили этого большого моба, а сейчас, блядь, 5 не сливается. Потому что если у него сразу ливаться, там агро срывает. 2 ханта есть на пулом большого. Не знаю, я туда дал взрыв после секунд 7, он сразу на меня. 2 ханта большого должны напуливать. 3 кота зашло. Миш, дай, пожалуйста, булочек. Тыкните. Вон, линканули дамаг. Спасибо. Да, Леша-то не видит вроде еще. Два вара этот. Два вара, блять, отлетели. От чего вы отлетели? Я вообще в душе не... От лезвия. Это надо, блять, так долбиться по боссу, чтобы не отбежать на первом лезвии немножко подальше, чтобы, блять, не попасть под него. Не стоит задача, блядь, на первом лезвии дамажить. Пока лезвия нету, вам главное, блядь, стать в позиционку. Мы умерли не от того, что били босса, не тем, как ты имеешь в виду, типа, угом. Это нас не угом убило, нас убила чисто прямая линия. Ну, значит, вы, блядь, не перебежали, блядь, когда весь рейд перебегал. Не перебежали. Весь рейд нормально был. Я даже, блядь, бежал, метку выносил под это лезвие. Ничего, блядь, нормально было все. Ребят, вы меня извините. Я сегодня просто наспор выиграл 500 рублей. Угу. Тем на спору было, кто быстрее выпьет 3-литровую баклажку лимонада сильно газированного. Угу. Блядь, вот заебался я сегодня вечером бегать. Угу. Там кому-то смешно, а, блядь, мне что-то не в кайф пятихатка. Ну, не было? Выиграли, да? Я выиграл. Вот и бегаю сейчас с этим. Так ты в нее же обратно, в эту же бутылку. А, то есть надо было забрать с собой, поставить рядом, да? А потом нас поражение за 500, а за полторы. Кислый, зато ты будешь знать, когда ты перестанешь бегать. Ты 3 литра выбил, 3 литра выдал. А так ты бегаешь... То есть, адмирал, по-твоему, вот как... Я как будто, блядь, прям в мензурку писаю. Ну, я кто его знает? Так ты смотри, ты выпил 3 литра, ты хоть будешь знать, когда ты закончишь бегать. У меня такое ощущение, что я сегодня не закончу, блядь. Чё ты, Лёха?